Дай почитать. Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения иславна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Французский писатель и владелец парижского книжного магазина Микаэль Брюн Арно написал для детей серию книг о записке зеленого бора. На русский пока переведены две – «Заветная тайна крота Фердинанда» и «Таинственные дневники Лиса Корнелия». Все на первый взгляд кажется предсказуемым, уютным, милым. Такие приключения лесных животных, но по мере прочтения задумываешься, а для кого на самом деле написаны эти книги. Возрастное ограничение 6+, но в книгах с внешне наивной историей скрывается совсем не детская мораль и даже трагедия главному герою Арчибальду Лису, владельцу книжного магазина и хранителю книг, однажды врывается пожилой крот Фердинанд. Он просит о помощи. Где-то здесь, среди книжных завалов, есть важная для него книга. Она поможет ему, страдающему болезнью памяти, Альцгеймер, вспомнить, где его жена Мод Арчибальду приходится тяжело. Старый крот бывает невыносим и испытывает его терпение, но лис решает ему помочь, и эти поиски превращаются в захватывающие приключения в огромном лесу и путешествия по местам, где крот с женой бывали в молодости. В этой книге много сочувствующих, понимающих, деликатных, но есть и правдорубы, готовые обвинить старого крота в эгоизме и безопасности. Души. В книге много и сокрушительных разоблачений, трагедий, есть даже потерянные младенцы и относительно счастливый хэппи-энд, ведь болезнь забвения неизлечима. Читать книгу лучше совместно взрослыми детям, ведь старение, потеря памяти, разрушение сознания тяжело и страшно. Ребенку понять будет непросто, но, тем не менее, это вызовет у него эмоциональный отклик и, несмотря ни на что, оставит добрые и светлые чувства. Вторая книга из этой серии Таинственные дневники Лиса Корнели, погружает нас в историю семьи Арчибальда Лиса, помогает читателям узнать о тайне первого владельца книжного магазина Дедушки Корнели. Опять ворвался очередной посетитель, на этот раз волк Селистен, и заявляет, что семья Арчибальда обманом завладела книжным магазином, который на самом деле принадлежит семье волков. Но не волнуйтесь, волки и лисы опять будут вместе, ведь хорошие книги способны объединить кого угодно. 6+. Дай почитать.